Здравствуйте, дамы и господа, с вами Каннибал ТВ. Добро пожаловать на Галактические игры, грязные гонки. Представляем вам лучшие моменты прошлого мероприятия грязных гонок. Приятного просмотра. Итак, у нас уважаемые победители на связи, 4 лучших игрока, 4 победителя. Ну, было, конечно же, больше, часть ушло, часть осталась, поэтому давайте послушаем, кто они такие, что, сколько они наиграли и какая их любимая карта, друзья. Мой ник AX8S, у меня 3600 часов, любимая карта Тега. Мой ник Xdarkus, любимая карта Тега. И 4000 часов. Меня зовут Серега, ник Ворчун. Любимая карта Кенди Рангель. Примерно 9000 часов. Всем привет, меня зовут Кирилл, 10912. Любимая карта Санок. И 1200 часов.